Сегодня у нас 21 июня 2016 года. Вот стадо коров вышло из загона. Я сейчас ворота открыл, чтобы запустить их. Там забор разобран. Вот. Братьям, видимо, некогда сделать. И коровы все вышли раньше на час. И вот сейчас Игнат Иванович увидел и сказал загнать их всех обратно. Они уже радёхоньки пошли сами по себе. Так, заходим. Вот наши ребятишки Кирилл и Андрей. Андрей, подгоняй там их. Куда ты их заворачиваешь-то? Уйди оттуда. Зачем ты их сюда заворачиваешь? Телят не надо гнать их, они сами пойдут. Направляй только сзади. А ты Кирилла-то брал. Все, подгоняйте их. Да. Кирилл, ты уйди оттуда вообще сбоку. Сзади только гони. Ты их мешаешь, они же думают, что ты их заворачиваешь. Кирилл, не гони этот правый фланг, не гони сильно. Ты вот здесь начинай, вот так вот, баражировать надо. Вдоль стада всегда надо ходить, туда-сюда, туда-сюда. Подгоняй тот фланг, Андрей. Да. А что у них тут дырка такая? Ну вот почему они не вышли. Вот сейчас надо будет загородить здесь. Что такое хитрый, а? Андрей, подожди, сейчас он подгонит теленка. Телочка. Давай. Тут два дня шли дожди. Вот тут сырость. Они в загоне. Все, закрывать, да? Да, закрывать. Надо помочь ему, она тяжелая, воротина. Вот загони ее обратно. Куда пошла? Куда пошла? Пересекай ее. Куда пошла? Выгоняй ее. Андрей, заходи с того боку. Вот так вот, обходи куст. И с того боку выгоняй ее оттуда. Конечно, потрудиться надо. Вон вторая пошла уже. Поперлась. Кирилл, иди помогай ему там. Иди, он может не справиться один. Сюда вот, в эту сторону гони ее. Она вот здесь, да, вышла? Да, только что. Надо отойти, а то она испугается. Что они там? С той стороны надо.
Вот здесь вот, вот, Виталий. Встречаю ее здесь. Все, она вот идет. Да, пошла. Пошла. Как вышла, так и заходи. Тут надо это временно поднять и подпорку сделать какую-то. Какой-нибудь бодок найти, временно поднять столбы вот эти. Давай сюда, Кирилл, подходи. Помогать надо. Помогай. Это, Андрей, вот эту палку сейчас подопрешь под это, под столб. Давай, давай. Давай, давай, помогай, Кирилл. Какую палку? Где? Ну вон он держит, хотя бы ту под ту. Ну о, ты можешь под это. Вот это, поделай вот сюда. Не, это вот эту возьми, вот, а эту дай мне. Не. Вот эту длинную возьми себе, подпреть, а я вот эту. Да ему там длинная-то не нужна. Вон у Андрея. Андрей, дай ему палку. Давай. Палку дай ему. Кирилл. Там корова гуляется, вот они разносят тут все. Я люблю. Друг на друга скачут. Бедные да, коровы. Да, они сейчас не поддерживают. Все, повалили снова. Надо с той стороны. Ася, посуда пойду. Там, вот там закрыто. Вон Игнач нас жертв тащит. Столб-то падает, упал. Вот еще не можешь держать. Ты еще огородишь-то. Ну хотя бы временно поставишь, чтобы она стояла. Ну это временно. Какая временно, когда она падает-то? Ну когда понятно. Когда страну все не делает. Сейчас надо пойти. Корова даже гуляется. Они чем-то надо заделать. Ну, надо, надо инструмент тащить. Так-то ничего не сделаешь. Хотя без инструмента маленько что-то задержать. Они, видишь, корова, она в любом месте пробьется. Она им не рада. Они насилуют ее. Она не хочет, они все на нее подряд лезут. Маньяки. Знаете, во что где-то зацепиться, за что-то привязать. Как-то привязать, сделать. Там телята-то больное выходит. Место-то там выходит. Тут самое. Выходит. Они где угодно выходят, они ломятся. И ничего нельзя сделать. Не, вот тут вообще не сломали. Просто она падает. Надо ставить один столб, а дополнительный еще столб. Лопату надо тащить. Пойдем сейчас лопаты принесем. Столбы надо принести. Телята вышли. Виталий, только прижми маленько. Сейчас лопаты надо брать. Толкушки ставить, два столба и привязывать. А столбы где брать, Игнатий? Там или у вас? Там, все, да. Идите сюда кто-то, лопаты возьмете там, караульки. Там, давай. Андрей, говорю, караульки. Можешь палку побольше взять, чтоб угрожающий был. Ну смотри.
Куда пошел? Куда? Ну-ка, загони его в ту дырку. Не закрыли здесь. Все, стой там, каруль, в том месте. Ну, коровушка, замучили они тебя, эти бычары. Корову запрыгнула на быка. Вон грачи летают. Здесь у нас овечки. Они спокойно. О, летали, несет уже столб. Вон они, овечки у нас в загоне в этом. Ну, овечки, да. Сюда еще дохвалит Господа. Да. Ну. Вот уже теленок вышел. Не, Виталий, ты рядышком просто этот, скопай яму и все. Не, просто я рядышком яму копай. Я даже не знаю, не могу тебе сказать. Стой, копай. И к нему потом привяжем. Все. А этот-то что? Этот же. Снимем, нет. Старый. Да, он привяжем к новому. Пускай он стоит. Что, надо рядышком со старым копать, наверное, да? Ну, рядом, куда он копает-то? Ну, рядом со старым, ты куда полез-то? Ну, вот он здесь. Ямка где она была? Я даже не знаю, где он. Вот ну, здесь. Не знаю, только... Он здесь стоял, да? Створ войди, створ. Створ, видишь, вон угол где. И в него вот так войди. А так-то ты еще будешь копать, где попало. Вот, я сейчас покажу. Да ты что смотришь-то? Ради 5 метров. Так, бери лопату. Поставь ее прямо. Гони туда, полметра в сторону. Вот на себя чуть-чуть. Все, вот здесь копать. Главное,
там стоит и смотрит. А что там смотреть? Так она надо три. И все выломали. Это ничего не сделаешь. Это как завоеватели Берлина. Насиловали немах, так и эти. Чуть-чуть это вот. Она ничего не может сделать. Что? Да, да что? Надо скул брать. Быстро. Оттаскивай. Андрей, все, можешь помогать. И главное, воскресенье я сказал на занятиях, ни один не пошевелился. Как это так? Ну не надо это им просто. Не надо, отвезти, просто маленько осторожно. Не надо им просто это. Вот все, Кирилл, делай молча. Надо сюда привезти тележку, она у нас там. Угу. Да? Привезти ее, на ней столбы привезли. Андрей, сбегай. Столбы. Никита, чтобы взял топор и гвоздей, и молоток. Бегом, бегите, тележку принесите. Привезите ее. Топор, молоток, выдергу, выдергу обязательно. На тележке. Тут ничего нет, все было перетащили. Ты долго попщися, давно уже копал бы. Олег, отодвинул в сторону, пошел скорее копать. Это ничего нельзя сделать. Только городить или еще что-то. Огородить еще попало, что будешь? Надо, чтобы к делу было. Выводов несколько можно сделать. Лишите животноводца, а это главная валюта. Зашли, лишите. В другом месте никто городить не будет. Остается только здесь сделать. Здесь. Я запасные веревочки оставлю. Они крепкие. Видишь, они на корову наседают, и штук 7 бычков неподкастрированных. Они ее насилуют и все. Она тут? Да. Вон там, на том углу зажата. Ну вот. Тем более дождь прошел, тут такая каша, им зачем? А я подумал, они вышли в 7 часов. А они отдыхают до 6. В 12 загоняют, 12? Да. 4 часа отдыха, это вообще с ума сойти. Ну это батюшка им посоветовал, он сказал, сильно жарко, они не едят траву. И он сказал, в стойле пускай стоят. А я думаю, корова решает... Показала, что надо три выгонять. Нет, значит, 4 в 4. Ну, загад это смотреть надо. Не сломай лопаты только. Все. Давай.